Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу поговорить с вами о двух, казалось бы, одинаковых расческах. Значит, 339-я, 339-я. А в чем разница? Почему цвет такой бледно-оранжевый и насыщенно-оранжевый? Значит, смотрите, данная расческа, как я говорил в своих прошлых видео, это расческа Академии Сосун. Здесь у нас логотип Академии Сосун. То есть цвет, запатентованный Академией Сосун, это расческа непосредственно их. Ее можно купить либо в Лондоне, либо в Америке, либо в Европе. Вот. Что это за расческа? Это расческа такая же 339, все то же самое, но это расческа Мизутани. То есть компания Мизутани решила придумать свой цвет, свой вот такой похожий, скажем так, под Академию Сосун. Ну, они вот решили сделать его таким. Вот. То есть сказать, что это, к примеру, какая-то там копия, да, там это подделка. Коллеги, нет. Это та же самая расческа, это тот же самый пластик. Вот он также гнется. Все так же. Вот они. Смотрите, зубцы, когда у подделок зубцы достаточно так мягко, так они так. Их, ну, мягко так, ну, мягко достаточно такое скольжение здесь происходит. То есть зубцы так, они ложатся очень так, сразу наклоняются очень мягко и очень быстро. А тут нужно, знаете, еще силу, вот видите, приложить, чтобы как-то это завалить этот зубец, чтобы посмотреть, как он заворачивается. Вот он поворачивается, видите. Поэтому с этим все нормально. Расческа действительно качественная, никакой подделки, это настоящий USPAD. Вот, просто Мизутани решили сделать свой цвет. Вот и все. Многие мне писали, спрашивали, типа, может быть это копия? Нет, это просто, вот видите, даже компания не постеснялась, написала свой логотип. Все. То есть они, скорее всего, да не скорее всего, а точно заказали у USPARC вот таких расчесок в большом количестве и сделали свой цвет. Все. Поэтому данные расчески можно приобрести также где-то в Европе, в Америке, в Лондоне. Вот. Цены на них абсолютно разные. Вот. Поэтому не думайте, что там, если вы увидите где-то там за 1000 рублей, там за 600 рублей, то есть тут цены на них могут быть абсолютно разные. Все зависит от того, где они продавались и кто их привез. Вот, понятное дело, что если в Лондоне эта расческа будет стоить очень дорого, привезти ее в Россию будет крайне дорого. Вот, поэтому зачастую эти расчески доходят до 3000 рублей, потому что привезти ее сюда слишком дорогое удовольствие. То есть, поэтому те парикмахеры, которые хотят пользоваться эксклюзивными цветами данных расчесок, чтобы они, собственно, не будут платить за эксклюзивность. В свое время вот эта расческа мне также досталась как эксклюзивный цвет. И я за нее заплатил, ну, достаточно большие деньги. И не пожалел, вот она у меня уже 8 лет, и она у меня живая. Вот моя расческа. Ну, в принципе, что еще? Ну, давайте ее сравним по длине. То есть, в принципе, длина совпадает. Видите, все совпадает. Обушки одинаковые, все одинаковое. То есть, в принципе, все идеально. Так, ну-ка, зубцы. Зубцы. Так. Да, все совпадает. Вот, в принципе. Вот такое сравнение, то есть идеальное все совпадение, ничего не криво, ничего, все одинаково. Вот, так что в принципе можно покупать и заказывать такую расческу. Что такое, в принципе, если кому-то кто-то заинтересовался, пишите мне в комментариях, пишите мне в личку, я в принципе могу сделать заказ с Лондона и пришлют что такую расческу без проблем. Сразу говорю, а оплата производится всегда 100%. Почему? Потому что надо с англичанами рассчитываться сразу. Вот.
Если же будут какие-то у вас вопросы, пишите мне в личку, оставляйте комментарии, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем точных стрижек. Всем пока.